Сегодня у нас пятница, и я собираюсь на пятничный рынок, фруктово-овощной рынок. Там также продают сыры, оливки и так далее. Рынок находится в центре Алании. Каждую пятницу приезжает, и там можно купить разные фрукты, свежие фрукты, овощи и зелень. Поэтому хочу вам показать, что есть у нас в Алании на фруктово-овощном рынке в январе месяце, точнее уже в феврале месяце. На рынок мы ездим вот с такими тележками. Как местные, так и иностранцы мы всегда берем вот такие вот тележки. Но поскольку я езжу на электромопеде, тележку я с собой не беру, а беру сумку, куда складываю все фрукты и овощи, чтобы не было тяжело тащить, и ставлю ее на мопед. Но все местные и иностранцы, которые живут здесь, все пользуются вот такими вот тележками. Я доехала до пятничного рынка. Передвигаюсь я по Алании исключительно на своем электромопеде. Вы видите, мопеды здесь очень популярны. Мне ехать до рынка примерно минут 10, но была ужасная пробка, поэтому ехала я, наверное, минут 20 до сюда. Сегодня рынок, дороги вокруг тоже полные, поэтому пойдемте посмотрим, что же продается в начале февраля на рынке в Алании. Здесь также начинается большой аланийский рынок, где можно купить всякие товары, текстиль, кожу, сувениры и так далее. Но сегодня мы пойдем на фруктово-овощной рынок, и я вам покажу цены и покажу, что продается в Алании в феврале месяце, какие фрукты и овощи у нас есть. Я купила вот таких вот свежих апельсин всего за 1,5 лиры. Свежие вкусные апельсины. 1,5 лиры. Сколько это получается на рубли? Получается порядка 20 рублей. Поэтому также есть у нас мандарины и бананы. Поэтому самый популярный фрукт, пожалуй, в январе-феврале на рынке – это
конечно же, апельсины. Также в феврале на рынке у нас есть яблоки по 1,5 лиры, есть груши свежие, есть у нас айва по 4 лиры всего, конечно же, мандарины 2 лиры за килограмм, всякие разные виды помидор. Есть по лире, есть по 3 лиры, есть черри помидоры всего по 4 лиры. Очень много всякой разной зелени. Но, конечно же, зимой не так много фруктов, как это бывает летом. Есть у нас яблоки по 3. Очень много зелени для салатов всяких разных. Помидоры всякие разные, какие хотите, необычные, маленькие. Есть черри, есть даже вот такие черные помидоры по 4 лиры. В феврале у нас не так много, не такое разнообразие, конечно же, фруктов, как летом. Например, нет персиков, абрикос и так далее. Но есть свежие мандарины, бананы, апельсины. Айва очень полезный фрукт. Также можно купить разнообразные чаи. Ну и, конечно же, турецкие сухофрукты. И самое главное, можно купить свежие оливки. Тоже много разных видов оливок. Цены от 15 лир. Можно приобрести свежие сыры, цены на сыр от, вы видите, есть за 20, за 24, есть за 15, то есть зависит от вида сыра. Еще оливки, очень много оливок и сыров здесь у нас. Даже вот есть такой интересный сыр. Очень много всяких разных сыров, ну и, конечно, турецкие приправы и опять оливки. И веселый дядечка с шарами, смотрите. Мечтаю о таком количестве шаров. Вот, так что мы побывали сегодня с вами на рынке. Я вам показала, что есть у нас цены. Поэтому приезжайте летом. Летом намного больше фруктов и овощей. Сегодня на рынке я, конечно, мало что купила. Купила только апельсины и яблоки, потому что у нас все дома есть. Еще осталось воскресенье. Поэтому я надеюсь, я вам показала то, что вас интересовало, цены и все, что у нас есть. Поэтому долго на рынке я задерживаться не буду. А поеду дальше по магазинам, поеду к центру города. Вот видите, много всякой разной красивой зелени полезной у нас здесь есть. Поэтому зимой и летом здесь у нас фруктовый и овощной рай. Вот видите тележки, про которые я вам говорила. Тетеньки такими тележками ходят на рынок. Рынок сегодня очень хороший, мне понравился. Было много из чего выбрать. Плюс цены такие были хорошие. Но, к сожалению, мне ничего не нужно было, кроме апельсин и яблок. Поэтому я купила только апельсины и яблоки. Думаю, что в воскресенье придется ехать на другой рынок. Кстати, такие рынки в Алании есть каждый день, но на разных местах.
пятницу, например, в центре Алании, в воскресенье недалеко от нашего дома, куда мы ходим, где мы живем. Поэтому во всех районах Алании и также за Аланией есть такие рынки. Поэтому, когда вы приедете в Турцию, в Аланию, вы не останетесь без свежих фруктов и овощей. Они есть каждый день вы можете их купить на каком-то из рынков Алании. Пробка вот на этой улице, где находятся продуктовые магазины, никогда нет пробок, но сегодня в Алании проходит чемпионат по велоспорту, поэтому сегодня у нас здесь пробка, не пройти, не проехать даже на мопеде очень трудно, но я все-таки стараюсь, думаю, что в скором времени доеду до дома. Я вернулась с рынка. Купила я, конечно, сегодня немного, но туда и обратно доехала с трудом, потому что сегодня в Алании проходит чемпионат по велоспорту, и все дороги заняты. Ну что, сегодня я купила только апельсин и яблок. Яблоки купила вкусные по 2 лиры, апельсины по лире, по 1,5 лиры за килограмм. Поэтому пойду делать вкусный свежевыжатый сок из апельсина и яблок. А вам желаю всего хорошего и добро пожаловать в Аланию!